А между тем сегодня были добавлены два новых помощника. В русской версии сайта, на момент подготовки видео, их еще 38. А вот в английской версии их уже 40. Один отмечен. Так как я вообще не знаю английский язык, мне тяжело определить второго. А может быть и не добавили, а поменяли несколько на других, но это я оставляю для тех, кому интересен поиск. Кстати, отпишитесь, если найдете второго или замены.